Важный момент. Время для сбора использованных батареек ограничено. Специальные контейнеры на проходных Ависмы будут установлены только до 11 июня. А вот макулатуру и пластиковые крышки в рамках акции можно будет собирать до конца ноября. На проходных установлены экобоксы под пластиковые крышки и под макулатуру. В экобоксы под пластиковые крышки собираются крышки от йогуртов, майонезов, там, кефиров, в общем, всего-всего. Макулатура собирается следующим образом. Цехи как сдавали на склад цеха 49, так и свою макулатуру туда и сдают. А работники завода управления 1, 2, 3 сдают свою макулатуру в эти экобоксы. И работники Ависмы могут привозить из дома то, что у них, соответственно, скопилось дома, и тоже складывать в эти экобоксы. Эта акция, считают организаторы, поможет не только улучшить экологическую обстановку, но и сделает популярным среди березняковцев раздельный сбор отходов. Итоги акции «Экология» подведут к концу года. Победители и призеры получат подарки.